Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это «Фокусы от моряка». Сегодня у нас с вами очередной гостевой выпуск. И сегодня у нас в гостях человек, который носит ник «Карточный наркоман». Видимо, он подсел на карты, как я когда-то на хорошие сигаретки. Ну что ж, давайте посмотрим, какой трюк он нам приготовил. Бонжорно, народ! С вами карточный наркоман, и вы на канале «Фокус от моряка». И давайте же научимся этому крутому эффектному трюку. Этот трюк вы могли уже видеть у меня на канале, но я его позаимствовал у знаменитого иллюзиониста DMC. Для показа этого трюка нам нужно немножечко подготовиться, то есть сделать карту гиммик. Берем две карты, одну оставляем целой, а со второй мы сделаем небольшую подготовочку. С центра режем карту, чтобы получилось у вас примерно вот такое вот. Затем берем вторую карту, ненужную, и их между собой склеиваем. То есть не просто полностью склеиваем, а склеиваем так, чтобы вот этот вот язычочек один остался неприклеенным. То есть этот уголочек, да, остается неприклеенным, а вот это остальное приклеиваем. Можно на двойной скотч, можно в момент клея или каким-то другим способом. И должно у вас получиться вот такая карта. Эта сторона полностью приклеена, но вот этот вот язычочек открытый. Как показывает трюк? Берем наш гиммик и две нормальные карты. Перед началом фокуса демонстрируем, что у нас все карты абсолютно нормальные. Именно лицом к зрителю. Потому что сзади этот прорезь могут кто-то заметить. Пролистываем первую карту, вторую и третью. Показываем, что у нас все чисто, все нормально. Переворачиваем, слистываем верхнюю карту, эти оставшиеся две карты немножечко так вот раздвигаем, и эту одну карту помещаем в середину. Тем самым показывая, что одна карта будет находиться между двумя. И для начала вот так вот можно даже будет показать, что так оно и есть. А затем, второй шаг, эту карту мы незаметно помещаем в этот прорезь, которую мы приготовили. Это, ну, должно будет получиться незаметно. Положили карту, показали, что она между двумя, потом незаметно просовываем туда и показываем уже, что карта находится внизу этих двух карт. Показали один раз, второй раз, и на третий раз резко переворачиваем, показываем, что карта действительно находится уже между двумя картами, и незаметно с этого прорези вытаскиваем колоду, карту. Извиняюсь, карту, да. Давайте заново. Показали, что у вас карта между двумя картами, просунули его в прорезь, повернули, показали, незаметно убираем эту карту с этого прорези, резко переворачиваем, и когда переворачиваем, не просто нужно вот так вот перевернуть, а когда переворачиваем, верхнюю карту нужно незаметно слиснуть вот сюда. Давайте покажу еще раз, вот так вот, и раз, и уже карта находится реально у вас, находится между двумя картами. И таким вот магическим движением оказывается действительно между двумя картами. Показываем, что это все нормально. Убираем. И когда показываем зрителю, что карта самая нормальная, нужно прикрыть вот эту белую часть. То есть эту рамочку. Потому что где красная, где-то в басикла, как бы особо не видно. Показали, что у нас все чисто и все по-честному. Надеюсь, вам понравился этот трюк, и доходчиво, наверное, вам объяснил я все это. Подписывайтесь на мой канал «Карточный наркоман» и на канал «Фокусы от моряка». У него выходят реально крутые фокусы. Аривуар, до новых встреч!